Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 3. На каком из рисунков треугольники ABC и A1, B1, C1 симметричны относительно данной прямой? Чтобы фигуры были симметричны относительно данной прямой, каждая точка одной фигуры должна быть симметрична относительно этой прямой для точки другой фигуры. То есть в данном случае каждая вершина треугольника ABC должна быть, соответственно, симметрична относительно прямой вершинам треугольника A1, B1, C1. А чтобы точки были симметричны, надо, чтобы они лежали на перпендикуляре к прямой и на одинаковом расстоянии по разные стороны от этой прямой. Мы видим, что ни на рисунке 2 точки не лежат на одном перпендикуляре, ни на рисунке 3 точки, соответственно, лежат на одном перпендикуляре, может быть, но расстояние между точкой B, например, и B1 различное, должно на одинаковом расстоянии. И даже на рисунке 1 очень близко, но все равно фигуры не симметричны. То есть ни на каком из рисунков треугольники ABC и A1, B1, C1 не симметричны относительно данной прямой. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.